Давай спросим. Давай. Сладость или гадость? Вы не были приглашены. В смысле? Не были приглашены? Может, какая-нибудь туса? Реально у вас не туса? Ну, смотри на эту вечеринку. Ну, блин, у них там какая-то вечеринка. Нам давай нужно туда. Да, давай проберемся, может, у них там что-то прикольно. Здесь тут вон свечи даже свечки есть. Стоят. Давай. О, он калитку забыл закрыть. Давай. У нас есть такое же украшение, ребят. Давайте еще одно возьмем за то, что нас не пустили. Да. Блин, что так тесно? Куда мы попали? Куда нас телепортировало? Стой, давай выйдем здесь. Куда можно? Туда не зайти. О, паутина. Что это такое? А, паутина какая-то. Я туда не пойду, надо идти. Ты включи, на телефоне включи фонарь. Почему он все такой желтый? Все нормально. Все видно вроде. Фу, это паутина, фу. Давай аккуратно вылезем. Там газета какая-то. Смотри, здесь еще. А пауки? А пауков надеюсь. Пауки. Почему кровь? Почему? Мы, то есть, а почему дверь закрыта? Что это? Там дверь не открывает. Тихо, посвети сюда, может, здесь на дверь что-то. Это вы, господи. Здесь какая-то капелька еще. Я не буду это трогать. И на включатель. А свет включается, интересно? Да, лучше не будем, потому что вдруг что-то страшное произойдет. Это... И здесь тоже паутина, что-то... Господи, какой-то покрывал вообще. Ну, свет. Свет, говорит, что это, как будто вода льется. Нет, мы туда не пойдем, там страшно слишком. Ну, все, все нормально. Мы идем обратно. Ищи лом. Что делать еще? Там пауки зеркало. Где? Где тут пауки? Ой, господи. Ой, давай их потрогаем. Ты иди. А лучше не надо. А вдруг они едят? О, украшение. Вода какая-то. Я не понимаю, что такое дракон. Смотри, здесь какие-то листики, паутины. Давай расцепим вот такую. Давай, что подпишать. Что за гадость? Что за... Мы же такое же украшение покупали. Я точно помню такое украшение. О, смотри, какая-то бибика. Тоже паутина. Что будем делать? Это же такое же украшение, я понимаю, откуда, ну, блин, прям точь-точь. На нем еще этикетка, мы еще не забыли снять. Помнишь, мы тоже же этикетку не снимали? Ну, я и говорю. Она у нас дома лежит в пакете. Декоративная подвеска. Украшение. Хорошо. Допустим. Они какие-то ветки, они настоящие, интересно. Мне кажется, навряд ли. Но они какие-то по ощупу настоящие. Это вся бибиканка какая-то, вся паутина. Она меня паутину бросила, что делать? Я весь в паутине теперь. Смотри, ворон. Смотрите, у меня паутина. Раненый ворон? Из Бравл Старса. Смотри, здесь еще какие-то капли тоже. Я вот как-то паутина, знаешь, прикольненькая. Она какая-то, видишь, старая. Старых домов не было. Здесь пауков не было. Это, видимо, наше первое видео на какой-то заброшке. Видимо, да. Да потому что оно выглядит даже как заброшка. Старый паутин какой-то. Какой-то фигня. Ну, может, включать газета. Может, на газетах что-нибудь написано? Она еще черно-белая, смотрите, как стоит. Да, какая старая. Какие-то рецепт варенья из абрикосов. Салат, помидоры. Короче, такое не то, что... Еще какой-то кусок газеты.
Я не знаю. И вот смотри, здесь какая-то трава. Прям там. Блин. Тут велосипед, я только сейчас понял, что тут велосипед стоит. Блин, что-то тут какие-то звуки подозрительные за этой дверью, вы не слышите? Ой, смотрите, там написано. Да, подожди, послушай. Да, здесь написано от мыр. Тверь в зелени там. Что это значит? Да, я не знаю. Может, какое-нибудь заклинание ему выйдем отсюда? Так, давай эту дверь закроем, а вдруг там еще кто-то появится, чтобы его там раздавило. Закрой на эту собачку. Или как она называется? Капелька. Я не хочу вляпаться. Ребят, напишите в комментарии, как вы это называете. Я называю собачка. Я называю просто замок. Замок? Просто замок? Так, ну что, звуки не прекращаются. Ну, будет кто-то заходить, ну как-то... Ну, послушайте прям. Давайте, давай произнесем заклинание, это может как-нибудь зашлать. Ты веришь в заклинание? В шкафу, наверное, какая-нибудь одежда, давай посмотрим. Ой, там одежда. Ну, одежда какая-то. Крипово, давай лучше закроем. Вдруг оттуда кто-нибудь вылезет? А вдруг это вход в Нарнию? Пошли. Не пойдем. Давай, трой произнесем. Вдруг нам что, а дверь-то откроется, мы спокойно пойдем или телепортируемся. Давай. Раз, два, три. Отмыр. Что это за чел? Не знаю. Может, не будем подходить? У него там какие-то зубы стрёмные. Видите, страшно. Давай, если что, паутиной атаковать. Да. А чё? А чё он такой? Чё он не шевелится? Блин, я не знаю. Чё, может, ему что-то сказать надо? Привет! Как дела? Как дела? Это новый кадиллак. Блин, что теперь с того? Конфеты. Давай себе заберем. Да сейчас не время конфеты есть. Понимаешь? Не время. Оба. Какая-то бумажка. Что, там есть что-нибудь? Где каракули просто? Зеркало написано, мне так кажется, может. Зер, я не знаю. Ну-ка, подожди, давай скажем. Раз, два, три. Зер! Повернулся. Спасибо, что меня освободили. Я 100 лет здесь уже был. Знаете, вам зелье прозрачности. Оно вам поможет. Спасибо. Пожалуйста. Поняла, что... Где он? Может быть, где угодно сейчас. Он может где угодно оказаться. Там бук, смотри, висит. Блин, так стрёмно, как будто какой-то зельевар. Я не могу это еще... Нам дали какое-то... Давай прочитаем, что... Ну смотри, может, он зельевар, потому что он зелье дал. У него тут какие-то травы, там лук. Давай прочитаем. Точно ли ты? Зелье. Зелье про... Зрачность. Ну он же сказал, что ты. Ну блин, может, он набрал. Ты не знаешь, кто это такое. Паутина. Все в паутине, блин, ну за что тут паутина? А нам это пригодится, да? Пригодится? А чем оно может пригодиться? Зачем нам становиться прозрачными, а? Как тут оно воняет? Понюхай. Жаль, что нельзя передавать запахи через камеру. Вот так вот нюхать, я не так нюхаю все равно. Ничему жизнь не учит, ну как всегда. Окей, давай это заберем с собой, раз нам сказали пригодится. Давай разденемся, очень жарко. Давай. Так, раздеваемся. Хорошо. Давай просто здесь повесим и потом куда-нибудь. Давай заберем потом, ну если куда-то ушел, надо будет идти. Я сюда повешу. Ну, конфет. И эту бумажку сними, я забью. Давай все подкроем, может там еще какие-нибудь бумажки. Да ладно. Ну, ты, я так понимаю, все равно их съешь. Да. Поэтому найдем еще. Бумажку с именем берем. Давай забудем. Вдруг еще понадобится. Так, ребята. Какие-то шаги, быстро. Куда спрятаться? Помоги дверь открыть, помоги дверь открыть. У меня телефон в другой руке. Все, паутина, блин, ладно, пофигу. Давай, открывай дверь сюда.
Где она прошла? Соня, давай вылезай. Соня! Вылезай. Вылезай, Соня. Все, ушла. Ушла она. Не дамаг. Так может он дал нам, чтобы мы от этой спрятались? Что-то мы тупанули прям жестко. Так все равно берем. Вдруг еще что-нибудь. Давай, давай. Давай, Мерию надо сказать. Давай. Раз, два, три. Мерию. Где мы оказались? Где свет? О, свет. Что за робот? Почему такая криповая ванна? Все просто в крови. Паутины опять. Что делать? Тихо, подожди, мы с куртками все нормально, мы куда-то телепортируемся. Давай опять эта подвеска. Мне кажется, она нас телепортирует. А. Какая-то подозрительная. Давай куртки. Блин, ванна прям как в квестах, в фильмах ужасов. Стиралка вся какая-то. Так, а ты не думаешь, что это опять какой-нибудь квест? А тут пищика. Или от хейтеров. Помнишь, в прошлый раз мы на даче у нас как-то было... Давай ты снимем паутину. Так, куда на меня? Чтобы она не помнишь, нам сказали в конце, что был квест? Да. Может, это тоже взять... какой-то квест? Фу, все в крови. Посмотри весь кран. А как мы телепортируемся? Не знаю. Как мы телепортируемся, если это такой средний квест, значит? Помогите. Это максимально стрёмно. Она ко мне путь. Да тихо, ты куда ее дергаешь? Она же на меня упадет. Давай ее снимем. Снимай. И выкинем туда. О, смотри, какой все капает. А почему с него капает красный свет? Настоящая кровь. Белая кровь. Блин, не буду руки. Из крана. Что? Если льется. Что, если кто-то идет, сразу же берем и выпиваем это. Или это надо выпивать. Тут есть дверь. Здесь есть? Есть, здесь есть собачка. Или как это, жвачек? Все. Мы тут одни. Надо, чтобы сюда никто не телепортировался опять. Если что, мы сразу это выпиваем. А что с этим надо делать? Я не понимаю, он дал, но мы не знаем, как этим пользоваться. Может, этим надо пятки натирать, а мы выпьем. Может быть, надо просто руки окунуть туда? Давай проверим, протестируем. Сколько давай. Она будет работать? Давай. Не знаю, что нужно делать. Мажь, давай, мажь. Блин, ребят, я не верю, что это сработает. Что за жесть? Что? Соня, ты где? Я не знаю, я здесь. С тобой, где ты? Тебя нет, у тебя не видно. Вон. Нигде нет. Ай. Да здесь я. Блин, это зелье реально работает. Я ее теперь не вижу, мне максимально страшно. Я пытаюсь не шевелиться, чтобы... Не знаю, может какое-нибудь заклинание надо приносить. Абракадабра. Ты что, реально? Ой, господи, сработало! Впервые такое простое заклинание, но работает. Как для чего оно нужно? Всё, это очень хорошее, что мы поняли, как этим пользоваться. И как, то есть... Всё нормально. Ну что это? Главное никуда. Подожди, давай что-то спробуем. Да блин, ну почему оттуда льет красного цвета? Либо это краситель тут добавили. Либо как-то... это кровь. Ну как-то не очень, знаешь, похоже на краситель. Из мыла. Нет, тоже. Ну ты посмотри. Из мыла тоже что-то. Капает. Фу, что это? Посмотри, тут реально такая как застывшая кровь. Ну смотри, во-первых, структура. Да.
И вот это тоже. Как обычно показывают, типа вот так, типа, давай так, человек, выбирайте. Ладно, давай продемонстрируем этот кусок. Давай, снимай меня. Помогите! Вот типа такие следы остаются. Да, ты главное здесь не вряпайся. Не я уже в воду какую-то наступил. Блин, ты, поздравляю. В дверь! Она открыла, я ее только что закрыла. Чего? Тихо, держим, если что. Ты зашемила тряпку, ей же больно! Я не знаю, я вообще не трогала тряпку, давай лучше закроем. Подожди. Если что, зелье сразу мажем. Все, никто. Главное, чтобы никто не телепортировался. Что мы теперь можем поделать? Вот это да? Нам надо что-то сделать. Может, эту что-то прочитать на ней. Я не знаю, как еще какой-то портал. Вот мне кажется, оно реально, но как-то подозрительно. Если ее с собой забрать. Это искусственное. Ну, понятно. Это уже говорю. А ты не заметила ничего подозрительного? Я вот только сейчас это понял. Что? У нас при телепортации телефоны пропали. У меня конфеты пропали. У меня нету конфет. У меня только крышечка от камеры. Имя было Зев. Этот. Зевви, да? Я не помню, как его. Может, в Сникерсах реально были подсказки? Надо было их там и разворачивать все. А, Зер его звали, все. Зев. Я только что понял, что на меня чуть паук не залез. Блин, ты что, паутина? Откуда там паутина снизу? Я по паутине, оказывается, хожу. Не знаю, давай еще как-нибудь. Приберемся здесь, давай паутинку в кучку скинем. Пока приберемся, я не знаю, что делать. Давайте, ребят, мы приберемся, а у вас это пройдет за несколько секунд. Все вроде бы. Все совпадает. А это... Блин, это настоящее, это никак не. Это засохшая кровь, вот она даже не пачкается уже. Блин, вот зачем мы пошли в тот дом тогда? Если бы мы туда не полезли, если бы у нас не было такого интереса, мы бы сидели сейчас дома, пили чай. Оно другого цвета стало. В смысле? Как? Так значит, это другое зелье, значит, оно Значит, здесь кто-то был. Значит, кто-то сюда телепортировался, уже был невидимый. Оно какое-то зеленое. И нам подменил зелье, пока мы тут дурью маялись. Давай дегустируем. Я не осмелюсь. Поставь пока что. Давай подумаем, какие у нас есть варианты, чтобы вернуться обратно. Что мы можем сделать? Ну вот это вот может быть, это зелье, чтобы вернуться. Ну вот, я других вариантов не вижу. Значит, будем мазать это на себя. Давай. О, кстати, пропало. Ой, меня все укрывало. Давай, берем куртку. Точно, куртки сейчас. Так, вот если сейчас вот эта вот фигня появится опять, все. Вот если эта фигня появится опять, значит она причина всего этого. Да, значит ее нужно что-то с ней нужно будет сделать. Ребят, а если вы хотите продолжение вот этого вот всего, тогда ставьте лайк, пишите комментарии об этом. Подписывайтесь на наш канал. И тогда мы выложим вторую часть. Окей. А так она пока что будет у нас оставаться. Давайте, я жду. Давайте, раз, два, три. Все. Мы начинаем делать все. Подожди. Потому что... А мы в разные места не телепортируемся. Бери это тоже зелье на всякий случай. И давай как-нибудь, не знаю, прислонимся друг к другу. Давай. Влад, Фрося, Влад, Света, Влад, Фрося, Влад, Света, Влад, Фрося, Влад, Света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться.